В 11 населенных пунктах Западно-Казахстанской области нарушено транспортное сообщение, в основном в Каратубинском, Сырымском, Теректинском и Чингирлаусском районах. Накануне в регионе потопило село Анкаты. Вода добралась до 55 жилых домов. Сельчан сейчас разместили в эвакуационном пункте. Депутаты Мажилиса парламента экстренно выехали в область. Они проводят встречи с местными жителями. Поскольку этот район оказался в зоне чрезвычайной ситуации, к нему будет приковано и уже приковано особое внимание всей страны. Специальная комиссия создана, которая определит ущерб каждому дому индивидуально, и будет принято решение. И все люди, которые потеряли скот, они получат компенсационную цену за каждую голову скота. Но если учесть, что из всех наших областей Казахстана 12 могут подвергнуться вот подобным паводкам, то, конечно, мы, как мажилисмены, должны принять колоссальные меры.